Объявляю перерыв на 10 минут. Немедленно это произнесите. Но постойте, я... Стучите уже своей несчастной колотушкой, да поживее. Хорошо. Эй, чё как, ребята? С вами Серёга Хелье, вы смотрите канал Хелплей. И внезапно, как я и обещал, мы с вами возвращаемся потихонечку в строй. Ну и у нас, как всегда, на экранах первоклассный адвокат Феникс Райт. Нам нужно закрыть то дело, которое мы начали, да и не только его, будем продолжать проходить. К тому же, ребята, вышел перевод второй главы, именно нормальный перевод, а не там, где все имена перепутаны и бла-бла-бла. Ну, вы и сами знаете. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте ставить лайки, может быть, вы забыли, и писать комментарии, потому что это единственное, что помогает хоть как-то. Ну, вы поняли. Я немножко уже позабыл дело, но я думаю, что я себя быстренько вспомню. Так что, чё, погнали? Погнали. Так, я так понимаю, последнее сохранение вот это, поэтому оно и выбралось, да? Я помню, что мы были с вами в этом, в адвокатском бюро. Да-да-да, вот этого паренька, точно-точно. Так, дайте-ка я быстро пробегусь по уликам. Значок адвоката, фотоаппарат Дебри, какие-то снимки при громком звуке. Я все помню, на самом деле, вот эти все вещи я помню. Причина смерти — огнестрельное ранение в сердце, была снята автоматически 25-го, статья про замеченного на озере горло монстра, где изображен мужчина с женщиной. Вот чем-то на нее похоже, правда. Старая фотография на процессе, понятно. Погодите, кстати. Досье? С досье тоже все понятно. Вроде бы, окей, мы с ним, я помню, поговорили. Да, мы с ним все сделали. По-моему, даже все показали. Так что я предлагаю идти. Куда мы пойдем? Следственный изолятор, го! 25 декабря. Следственный изолятор. Комната для посетителей. Снова здесь. Я надеялся, что до тебя все же дойдет смысл моих слов. Эджвард, ты нашел себе адвоката? Тебя это не касается. Видимо, не нашел. Так, в общем, Эджви, не нашел никого. Давайте поговорим. Что произошло? Можешь что-нибудь рассказать по поводу убийства? Райт, я уже просил тебя оставить меня в покое. Прошу, постарайся понять. Я не стремлюсь этим доказать, будто бы я справлюсь сам или что я тебя презираю. Я просто не хочу впутывать тебя в это дело, понимаешь? Озеро Горл. Зачем ты пошел на озеро Горл? Я не собираюсь с тобой об этом говорить. По-видимому, не только со мной, но еще и с детективом Гамшо. Детектив Гамшо очень за вас переживает. Все за него переживают. Какой он миленький, да, хочет это, ну да. Так, давайте-ка заново. Твой значок адвоката? Сейчас он вызывает у меня не самые лучшие чувства. Что это? Я не в настроении для пустой болтовни, Райт. Извини, но мне ничего не приходит на ум. Как назло. Кто бы мог подумать, что это заснимут на фотоаппарат? Эджвард, ты стрелял в него? А ты как считаешь, Райт? Мне кажется, ты не из тех, кто может направить пистолет на человека. Значит, это были не вы! Нет, я не стрелял в него. Что это? А, так это он не может. Эджвард? С момента нашего последнего разговора минуло лишь несколько часов. Однако ты уже добился невероятных успехов в расследовании. Признаюсь, Райт, я впечатлен. Хотя, полагаю, ты всегда был целеустремленным, когда дело касалось работы. Раз уж ты за что-то взялся, то доведешь до конца, не так ли? Насчет дела DL6. Дело DL6, говоришь? Я не хотел, чтобы ты узнал о нем. Поэтому и отказался от твоей защиты. Сожалею, если показалось, будто бы я сомневался в твоих способностях. Я лишь хотел держать тебя подальше от дела DL6. А теперь все еще думаешь, что мне было бы лучше тихо сидеть в стороне? Не знаю. Но
Теперь у меня нет причин что-либо от тебя скрывать. Наконец-то! Так и быть. Ты можешь спрашивать меня о чем угодно, я постараюсь дать полный ответ. Отлично, ну что ж, давайте поговорим. Дело DL6. Дело DL6 – это дело об убийстве моего отца. Он умер у меня на глазах. Его застрелили, я видел, как это произошло. Я плохо помню подробности. Полагаю, это результат работы психологического защитного механизма. Как бы то ни было, был арестован один подозреваемый. Было очевидно, что только он мог убить моего отца. Полиция вызвала медиума, чтобы связаться с духом отца, и она это подтвердила. Но адвокат по имени Роберт Хаммонд добился оправдательного приговора. И этот Хаммонд был убит на озере Горл. Верно. Та женщина, медиум, это была моя мама. Что? Значит, ты... Как странно. Я считал, что этот кошмарный сон наконец-то подойдет к концу, но не тут-то было. Подойдет к концу? События дела DL6 произошли 15 лет назад. 15 лет назад, 28 декабря. 28 декабря? Срок давности этого дела истечет через 3 дня. Что? Ника, что это значит? Когда у дела истекает срок давности, юридически оно перестает существовать. Через 3 дня дело DL6 будет закрыто. Навсегда. Подозреваемый. А что случилось с тем подозреваемым, которого признали невиновным? Не знаю. Он исчез из вида. Никто не знает, куда он пропал. Если он еще жив, сейчас ему было бы около 50 лет. Понятно, почему он решил залечь на дно. Будь я подозреваемым в таком крупном деле, тоже не смог бы потом жить по-человечески. Твой отец. Значит, ваш отец был адвокатом? Да. Грегори Эджвард. В свое время он был довольно знаменит. Значит, вы вроде как пытались пойти по его стопам. Я бы предпочел не поднимать эту тему. Райт? Мне больно просить тебя об этом. Поняла, вы хотите, чтобы Ник защищал вас в суде? Да, ты возьмешь это дело. Блин, чувак, конечно да! Кто бы мог подумать, что такой день когда-нибудь настанет? Определенно не я. Теперь я наконец-то смогу вернуть тебе должок. Вернуть должок? Какой? О чем ты? Не припоминаю, чтобы делал что-то для тебя. Забудь, наверное, тебе это и не обязательно знать. А? Вот мое прошение. Пожалуйста, передай его детективу Гамшу. Прошение от Эджварда спрятано в карман. Документ, подтверждающий, что я адвокат Эджварда. Ну, думаю, нам пора. Что происходит? Землетрясение, Ник! Такое сильное! Вроде затихает. Фух, я так перепугалась. А куда делся Эджвард? Вот он! Свернулся в клубок на полу и дрожит. Видимо, он плохо переносит землетрясение. Обычно люди от такого бегут, сломя голову, но чтобы в клубок сворачиваться. Что ж, думаю, больше тут делать нечего. Кажется, мистер Эджвард еще не скоро станет на ноги. Идем, Ник. Хорошо. Нам надо отдать детективу Гамшу прошение от Эджварда. Понятно. Ну что, пойдемте. Для этого надо перейти в полицейский участок. 25 декабря. Полицейский участок, оперативный отдел. Да что здесь вообще происходит? Что стряслось, детектив? Это Феникс говорил. Примчалась сюда, знаешь, какая-то взбалмошная дамочка. И давай галдеть. Ух, мне тут мистер Райт напомнил. Сейчас такое вам расскажу. Закачайтесь. Как это понимать, приятель? Дебри Уолс. Ты с какого перепугу нам еще одного свидетеля откопал? Удумал мистера Эджварда могилу свести, приятель? Само собой нет. Просто, ну, она ведь и правда что-то видела. Я ничего не могу с этим поделать. Не скрывать же мне улики отсюда. Это что, камень мой огород, приятель? Никак нет, сэр. Так, давайте сначала поговорим. Показания Дебри.
Так, а и что же рассказала мисс Уоллс? Уоллс, говорит, что видела, как мистер Эджвард стрелял из пистолета. Что? У нее даже есть снимок, подтверждающий ее слова. Да, я тоже его видел. Но по нему нельзя сказать, кто именно стреляет. Да, и поэтому она хочет увеличить его. Сказала, мыло будет еще то, но хотя бы разглядим, кто кого кокнул. А она так умеет? Понятие, понятно. Значит, у нас будет увеличенный снимок Эджварда с пистолетом. Блеск просто великолепно. В общем, завтра в суде давать показания будет именно она. В смысле? А как же тот другой свидетель? Ну, судя по всему, он отпал. Что значит отпал? Завтрашнее заседание. Боюсь, завтра для бедного мистера Эджварда решится вопрос жизни и смерти. У нас есть очевидец, и фотография, сделанная в момент убийства. Да уж, складывается ощущение, что это дело не выиграть. Но, как говорила Мия, если он не виновен, значит, я что-то упускаю из виду. Эджвард. Похоже, мистер Эджвард будет просить о государственном адвокате. Мне сейчас сказали заполнить все требуемые документы. Но время еще есть, приятель! Сходи к нему еще раз, ради меня, прошу! Ты должен его переубедить! Уговори его взять тебя в качестве адвоката, пожалуйста! Только ты это сможешь, приятель! Только тебе под силу спасти мистера Эджварда! А все нормально, как же он волнуется за него! Кстати, давайте покажем. Так. Так, приятель, мне от тебя нужна ровно одна вещь, а именно прошение мистера Эджварда о том, чтобы ты был его адвокатом. Понятно. Смотрите, что у меня есть. О, приятель, у тебя получилось! Хорошо, что я до последнего тянул с документами. Порву все на кусочки и начну писать по новой. Спасибо, детектив. Ну, значит, увидимся завтра в суде. Удачи тебе, приятель. Кстати, вас там землетрясение никак не задело? А то я разволновался. Вы волновались? Все в порядке. Я вообще за городом живу, так что я к ним привыкла. А, да, нет, я не про вас. Я за мистера Эджварда волновался. Ага, точно. Да, он вообще-то как-то остро отреагировал. Ну, неудивительно, тряхнуло, будь здоров. Я пойду его проведаю, а вы там подкрепитесь и хорошенько выспитесь перед завтрашним заседанием. До скорого! Интересно, почему мистер Эджвард так боится землетрясений? Сам не понимаю. В школе вроде бы он их не боялся. Ха. Правда, мы общались всего один год, в четвертом классе. Потом он перевелся в другую школу. Что же случилось с Эджвардом? Продолжение следует. Сохранить текущий прогресс. Ну, давайте сохраним. Вот сюда. Нам. Поехали дальше, ребятки. 26 декабря, 9:44, окружной суд. Вестибюль подсудимых номер 2. Карма? Верно. Манфред фон Карма, величайший из всех прокуроров, когда-либо ступавших в зал суда. За всю свою 40-летнюю карьеру он не проиграл ни единого дела. Его называют богом прокуроров. Райт, богом. Ни единого дела? Он на все готов ради обвинительного приговора. На все. Кого-то мне это напоминает Эджвард. Ты не понимаешь. Он не гнушается никаких методов. Манфред фон Карма — это страшный человек. И это мне говорит тот, кто и сам подделывает улики. От него я и узнал, каково это быть настоящим прокурором. Что? Представь себе прокурора, столь же безжалостного, как я, а затем помножь его на 10. О, получается, он ваш бывший наставник, да, мистер Эджвард? Нечто в этом роде, да. А теперь он хочет засадить вас за решетку, вот же мерзкий. Постойте-ка, а вдруг он планирует нарочно проиграть дело, чтобы помочь вам? Смешно. Он не проиграл ни одного дела за 40 лет, слышишь? 40 лет! Он раз 20 беспощаднее меня. Да уж, беспощаднее некуда. Как я уже сказал, его считают богом среди прокуроров. Получается, он был для Эджварда тем же, кем для меня была Мия. Кстати, о Мии. Майя. А? Нам бы сейчас пригодилась помощь Мии, как считаешь? О,
Я не могу. Прости, я пыталась честно, но у меня не выходит. Не выходит? Наверное, это из-за того, что я перестала тренироваться. Мои способности опять ослабли. Блин, как же не вовремя. Прости, пожалуйста. Я постараюсь, обещаю. Рассчитываю на тебя. О чем вы там шепчетесь? Да так, пустяки. Что ж, пора. Пойдем. 26 декабря, 10:00. Окружной суд, зал суда номер 3. О, какой! Видели его? Заседание по делу мистера Майлза Эджворда объявляется открытым. Сторона защиты готова, ваша честь. Мистер фон Карма, готова ли сторона обвинения? Глупец. По-вашему, пришел бы я сюда, не будь я идеально подготовлен? Разумеется, нет, прошу прощения. Он даже судью напугал. В таком случае, пожалуйста, изложите суть дела. Исчерпывающие доказательства. Исчерпывающие показания. Что вам еще нужно? Да, больше ничего, никаких нареканий. Сторона обвинения может вызвать своего первого свидетеля. Да кем он вообще себя возомнил, королевой Англии? И каким же чудом я в него должен выиграть? В качестве первого свидетеля вызываю детектива Дика Гамшу, расследующего это дело. Так, первым будет Гамшу, поглядим что да как. Опишите преступление немедленно. Да так точно, сэр! Детектив Гамшу заметно нервничает. Прошу всех обратить внимание на карту. Убийство произошло поздно вечером, в канун Рождества, примерно в полночь. Посреди озера находилась лодка. В той лодке было двое мужчин. Так совпало, что в тот день на берегу озера разбила лагерь одна женщина. В 00:10 она услышала два выстрела. Затем лодка тронулась с места. Она вернулась обратно к лодочной станции. Карта добавлена в материалы дела. Карта озера Горл. Расскажите об аресте немедленно. Постойте, мистер фон Карма. Да? Вообще-то, это я должен вести судебный процесс. Чушь, у вас здесь ровно одна задача. Стукнуть своей деревяшкой по столу и сказать «виновен». Ничего более. Да, разумеется, вы совершенно правы. Нет, не прав. Показания свидетеля. Арест Эджворда. Примерно через полчаса после полуночи к нам поступил звонок от одного мужчины. Мы сразу же отправились на место преступления. Там мы и обнаружили мистера Эджворда. Лично я в тот момент ни в чем его не подозревал, но на утро в озере нашли труп. Поэтому нам пришлось арестовать мистера Эджворда. Что ж, понятно. Итак... Перекрестный допрос, адвокат. Немедленно. Перекрестный допрос. Арест Эджворда. Ни хрена себе какая персона. Примерно через полчаса после полуночи к нам поступил звонок от одного мужчины. Что? Значит, вам поступил звонок от некого мужчины. Ну да. Но вы же сказали, что на берегу озера лагерь разбила женщина. Это же она услышала два выстрела, разве нет? Очевидно же, что речь идет о двух разных людях. О разных людях? Мужчина и женщина, два разных свидетеля. Блин! Однако их показания были во многом схожи. Сегодня в суде предстанет женщина, разбившая лагерь на берегу озера. Женщина, разбившая лагерь Дебри Уоллес. Продолжайте, детектив. Мы сразу же отправились на место преступления. Что? Когда вы прибыли на озеро, сколько времени прошло с момента звонка? Минуты три, я бы сказал. Вот это скорость. Наш девиз в этом месяце, а ну поживей. Детектив, вам запрещено бездумно раскрывать секреты оперативной работы полиции. Да так точно, сэр, извините, сэр. Еще один проступок с вашей стороны, детектив,
и ваша зарплата уйдет в минус. Это что же выходит? Мне еще и доплачивать придется! Прекращайте отвлекаться. Рассказывайте дальше. Итак, точно, сэр! Там мы обнаружили мистера Эджварда. Что? Как вел себя мистер Эджвард ту ночь? Ну... Как мне показалось, он был вполне себе спокоен. Совсем не похож на убийцу. Детектив, нам интересны факты, а не ваше мнение. Ваш значок полицейского и то более компетентен, чем вы. Факты и только факты, детектив. Железные, точные, объективные. Так точно, сэр! Протесты так и прут. Лично я в тот момент ни в чем его не подозревал. Что? А почему вы не заподозрили его? Тебе ли не знать? У полиции с прокурорами невероятно доверительные отношения. Детектив, нам не интересно, какие эпитеты вы там себе напридумывали. Невероятно доверительные? Ха! Не несите ахинею. Из тех детективов, с которыми мне довелось сотрудничать, вы самый пустоголовый. Детектив Гамшин совсем упал духом. Дальше, немедленно. Но на утро в озере нашли труп. Что? А на самом деле были найдены какие-нибудь улики? Из тела извлекли одну пулю. Убийца стрелял прямо в сердце. Судья, вот эта пуля. Практически не деформирована, так как избежала столкновения с костью. Хорошо, прошу занести пулю в список улик. Пуля, добавлена в материалы дела, обнаружена в теле погибшего, была выпущена из пистолета калибра 5,6 мм. Поэтому нам пришлось арестовать мистера Эджварда. Что? Почему? Ну, в лодке мы нашли орудие убийства. Орудие убийства? Пистолет. Детектив Гамшу, это крайне важная деталь. Пожалуйста, отразите ее в своих показаниях. Понял, извините, ваша честь. Исчерпывающее доказательство, найденное в лодке орудие убийства. Что? И почему вы называете пистолет исчерпывающим доказательством? Вздрогнул. Так вот откуда Эджвард позаимствовал свой фирменный злобный смех. На этом пистолете были найдены отпечатки пальцев. Безупречно четкие отпечатки пальцев правой руки мистера Эджварда. Что? Тишина, тишина! Так значит, на орудии убийства были найдены отпечатки пальцев мистера Эджварда? Да-да, ваша честь. Судья, вот пистолет, о котором идет речь. Попрошу занести его в список улик. Пистолет добавлен в материалы дела. Орудие убийства, калибр 5,6 мм. Из него стреляли три раза. На нем отпечатки правой руки Эджварда. Дамы и господа, перед вами пистолет, из которого убили жертву, извлеченная из тела жертвы пуля. Детектив? Так точно, сэр! Обнаруженная в теле пуля была выпущена из найденного пистолета? Да, баллистические метки на пуле совпадают с отметинами внутри ствола пистолета. Слушай, Ник, а что за баллистические метки? Возмутительно. Не знать о баллистических метках, да я еще в яслях узнал, что это такое. Ник, он меня сейчас взглядом испепелит. Так уж и быть, снизойду до объяснения. Хотя, судья, объясните ей. Что, я? Баллистические метки можно назвать отпечатками пальцев огнестрельного оружия. Ствол оружия оставляет на пуле отметины. Изучив эти баллистические отпечатки, можно установить, из какого оружия выпустили пулю. И результат всегда точен. Все верно. Что приводит нас к неизбежному выводу, пуля, обнаруженная в теле погибшего, несомненно, была выпущена из этого пистолета.
Из пистолета, который, как вы помните, снизу доверху покрыт отпечатками пальцев подсудимого. Какой же он жесткий. Тишина в зале суда. Плохо дело. Все выглядит так, будто бы это и правда был Эджвард. Ну, судья. Доказательства вполне можно назвать исчерпывающими. И, честно говоря, на этом этапе бы я уже мог вынести приговор. Однако... Полагаю, вы желаете выслушать свидетеля. Хорошо. Вы все меня несколько утомили, поэтому я уйду на короткий перерыв, после которого я вызову своего свидетеля. Объявляю перерыв на 10 минут. Судья? А, да-да! Вы там заснули? Объявляю перерыв на 10 минут. Немедленно это произнесите. Но постойте, я... Стучите уже своей несчастной колотушкой, да поживее. Хорошо. Объявляю перерыв на 10 минут. И кто тут теперь судья? Какой же он трешовый, а? Блин, как вообще можно вести дело, когда этот чудовищный прокурор так просто всех трахает? 26 декабря 11:09, окружной суд, вестибюль подсудимых номер 2. Эджвард, что вообще происходит? На орудии убийства нашли твои отпечатки. И по тому размытому снимку точно можно сказать, что Хаммонда мог выстрелить только тот, кто был рядом с ним. Не спорю. Это ты был в той лодке? Да, я. Что? Но поверь мне, я в него не стрелял. Тогда кто его убил? Я... не знаю. Не знаешь, но ведь ты был там! Я услышал выстрел практически у себя над ухом. А затем Хаммонд вывалился в воду через борт. Не уверен почему, но в тот момент мне показалось, что он сам себя застрелил. Хочешь сказать, это было самоубийство? Иного объяснения у меня нет. Ха, и как же мне убедить в этом всех остальных? Кстати, Майя! А? Что? СМИ и дело пока не продвинулось. Прости, пока ничего. Эх, знаю. От меня никакого толку, да, Ник? Раз уж я не могу призвать сестру, делать мне тут больше нечего, правда? Нет, ты нужна мне рядом. Конечно же нет, мне не справиться без твоей поддержки. Я же вижу, что ты всегда стараешься мне помочь, даже если у тебя и не всегда получается. Не это же главное, правда? Не переживай, Ник, ты не обязан меня подбадривать. Я ничего не смыслю в законах и судах. Я просто медиум, который и духов-то вызвать нормально не может. Ах, да не волнуйся, у всех бывают неудачные дни. Правда? Мы с тобой в последнее время только за счет удачи и выкарабкивались. Но кто знает, когда удача от меня отвернется. Серьезно? Эй, Райт! Не нагнетай ситуацию еще больше. И так нервы не к черту. А, ой, извини. Блин, не туда меня понесло. Мы продолжаем заседание по делу Майлза Эджварда. Мистер фон Карма, вызовите свидетеля. Сию минуту. Мисс Дебри Уоллс, займите место свидетеля. Дебри Уоллс, вы аспирантка, верно? Агась! Начинайте рассказывать о том, что вы видели в ночь убийства. И без отсебятины, только факты. Ясно? Ну, скажите, пожалуйста, язык отвалится! Ясно? Да, да, ясно! Чай не глухая! Что же, можете приступать к даче показаний. Рассказ очевидца. Был канун Рождества, кажись, как раз после полуночи я сидел у себя в машине и вдруг услыхал какой-то бабах со стороны озера. Когда я выглянул в окно, то увидел двух мужиков в лодке, а потом был еще один бабах. А кроме этой лодки на озере больше ничего и не было. Довольно. А?
Судья, свидетелю удалось сделать снимок произошедшего. Вот он, занесите его в список улик. Что же, какая неожиданность! Судя по всему, это сам момент убийства. Тишина, если вы немедленно не успокоитесь, вас выведут из зала суда. По словам свидетеля, в момент выстрела она смотрела на озеро. И на озере не было других лодок, следовательно, убийцей мог быть только тот, кто находился в лодке с жертвой. Да, это был подсудимый Майлз Эджвард. Тишина, 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 тишина в зале суда! Итак, судья... Доказательства и правда исчерпывающие. Я не вижу причин продолжать разбирательство. В связи с этим суд объявляет, что подсудимый... Постойте, ваша честь! Я же еще не допросил свидетеля! Не допросили? У нас имеется фотографическое доказательство. О чем тут еще можно спрашивать свидетеля? Одна фотография достойна тысячи слов, и каждый из этих слов виновен. Вы проиграли. Или же хотите сказать, что вы нашли противоречие в ее показаниях? Хорошо, раз уж вам так нужно, можете приступить к допросу. Гарантирую, вы будете лишь топтаться на месте, задавая бессмысленные вопросы. Все ваши усилия пропадут даром. А затем я потребую, чтобы вас осудили за неуважение к суду. А, Ник, какое еще неуважение? Ну, знаешь, к суду. Допустим, ну так что ты решил? Ты уверен, что в ее показаниях скрывается противоречие? Уверен. Мне кажется, что кое-что все-таки было странноватым. Ого, впечатляет, Ник. Я вот ничего не заметила. Пора показать ему, что мы тоже не лыком шиты. Ага, мне бы ее оптимизм. У меня нет выбора. Я должен допросить свидетеля. Ну что же, хорошо. Искренне надеюсь, что это не обернется пустой тратой времени, иначе пеняйте на себя. Перекрестный допрос. Рассказ очевидца. Ну что, ребятки, рассказ очевидца, но мы с вами здесь остановимся на сегодня. Вот такой у нас первый выпуск после долгого перерыва, не очень большой, к сожалению, у меня есть дела. Вот, но главное, что мы начали, а там уже, ну, сами понимаете. Поэтому как-то так, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно, не забывайте приходить на наши стримы. Также у меня есть телеграм-канал и группа ВКонтакте, где разная информация, если вам интересно, можете следить за мной еще и там. Все ссылки прямо в описании под видео, кликайте и смотрите. С вами был Серега Хелье, всем пока!